Здарова, салаги! В этом видосике я хочу вам показать австралийских рыбаков, которые провели 5 дней в машине. А почему? Потому что они спасались от крокодилов. Двое австралийцев и собака провели 5 дней в автомобиле после того, как застряли в болоте в округе Кимберли на полуострове Дампьер. Мужчины отправились на рыбалку, но их машина застряла, спасаясь от приливов и крокодилов, которые могли в это время приблизиться к машине. Мужчины забрались на крышу пикапа. Об их пропаже сообщили родственники после того, как 20 ноября мужчины не вернулись домой, как и планировали. 21 ноября истощенных и обезвоженных рыбаков, получивших солнечные удары, обнаружили спасатели. В это время у них как раз заканчивались запасы воды. На сегодня у меня все. Ставьте этому видосику дизлайки, устраивайте срач в комментах и до завтра.